Мы, конечно, очень сильно заинтересованы в развитии аутсорсинга, потому что, ну, 24 часа самому производить просто невозможно. Поэтому нам, конечно, мы заинтересованы в этом аутсорсинге, мы заинтересованы, чтобы вокруг канала детского появилось огромное количество производящих студий, которые бы получили на грантовой основе, на основе соответствующего конкурса, вот, гранты от государства на производство татароязычного детского контента, включая все жанры, и мультипликационные фильмы, и кино, если это возможно, и документалистику детскую, и вот эти научно-популярные программы, и шоу, и образовательные, и спортивные, и так далее, и так далее. Конечно, это в этом наша огромная заинтересованность. Вот этот кластер, что называется, нам хотелось бы, чтобы он поднялся. Они пока все, вот вы видели качество очень разные у программы, если вы заметили, да? То есть есть очень такие достаточно серьезные проработанные программы, есть очень такие, ну, примитивные немножко, так сказать, нам кажется. Но я вам хочу сказать, что детское сознание, оно, мы сейчас этим занимаемся, оно очень интересно. То есть, и вот, если помните, эти, как у нас был проект, не фикси, как же их там были? Телепузики, да. Телепузики проект, который, мне кажется, совсем был такой простой. Тем не менее, пользовался огромной популярностью у, насколько я помню, у соответствующей части аудитории. То есть даже иногда простейшие мультфильмы и очень простенькая анимация, она может быть востребована определенными возрастными категориями детей, которые, как вы знаете, сначала еще не сразу начинают мыслить вот этими трехмерными категориями. Поэтому как бы мы в этом заинтересованы и будем стараться для того, чтобы, ну, все-таки и на эту часть телевизионного контента государство нашло возможность выделить нам, или, то есть мне лично деньги не нужны в этом смысле. Если оно выделит, если будет заказчиком Минобор, пожалуйста, Минкульт, мы только согласны. То есть лишь бы кто-то был заказчиком, который бы для нашего общего дела, для общего канала заказывал этот контент и создавал вот эти вот, поддерживал вот эти достаточно интересные творческие студии, которые сегодня пока работают, прямо скажем, ну, в случае к случаю, деньги найдут, делают что-то, деньги заканчиваются, они постанавливаются. То есть постоянные производственные работы у них не ведется, к сожалению. А очень жалко, потому что интересных идей очень много.